Рядом со мной стоят довольно известные братья-писатели Петр и Владимир Нестерова. Какая книга самая известная у вас? Самая известная поэма, посвященная второму президенту газеты «Любимый лес». Создали самый лучший в мире фильм. Медведев, Дмитрий Анатольевич, Владимир Владимирович Путин, мировые лидеры, все россияне дружно единогласно говорят, да, второму президентскому сроку Дмитрия Анатольевича Медведева, Александра Владимировна, Ильича Медведева, Владимировича Путина, Людмила Александровна, Мария Владимировна, Сергея Савельевича. Это такое длинное название у него? Да, да. Поздравляю, да, второму президентскому сроку Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлана Владимировна, Ильича Медведева, Владимировича Путина, Людмила Александровна, Мария Владимировна, Кирилл Путин, Сергей Семенович Собянин, Патриарх Кирилл, партия «Единая Россия». Голосуй за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева всегда. Голосуй за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева сегодня. Голос вой за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева отдай. У вас, мой уважаемый господин президент России, верховный командующий вооруженным силам России, Дмитрий Анатольевич Медведев, Светлана Владимировна, Ильича Медведева, Владимир Путин, Людмила Александровна, Мария Владимировна, Кирилл Путин, Сергей Семенович Собянин, поддержка Центрального. Сегодня на Московский международный фестиваль приехали со всего мира лучшие звезды кинематографа, поддержать второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева и вручить высшие награды Москвы, медали Московского фестиваля Медведеву, Путину, Собянину, партии «Единая Россия». Как вы относитесь к идее отправить вас двоих на Евровидение? Мы поддерживаем отправить нас на Евровидение, потому что все награды должны принадлежать великой святой процветающей России Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Светлане Владимировне, Ильиче Медведеву, Владимировичу Путину.